Привет, ребята! И сейчас будет мини-обзор мини-аквариумного компрессора фирмы Kalar. Компрессор называется A-Pump Mini. Вот, я положил специально его напротив линейки, чтобы вы смогли оценить габариты. То есть он действительно маленький. Вот такая толщина и есть вот такая присоска. Блок питания как у телефона. Вот. Насколько же этот компрессор тихий? Сейчас я его включу, резетка вот под боком, и мы попытаемся прислушаться, насколько же он тихий. Сейчас возьмем его, прикрепим вот сюда, как будто бы это задняя стенка аквариума. И включаем. Значит, я поднесу телефон поближе. Сейчас сфокусируем, да, чтобы было все правильно. Вот, и так тишина. Включаю. Вот, ребята, слышали, да? То есть, ну, слышно поток воздуха. Вот так вот он работает. Ну, я думаю, достаточно тихая вещь. Он у меня недолго работал, вот, но мне он не мешал. Несмотря на то, что он находится в той комнате, в которой я сплю, находился. Вот. Такой вот мини-обзор мини-компрессора. Всем, кому было интересно, ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!